Базар ТВ представляет. Приветствую всех зрителей канала Базар ТВ. Всех с наступившим 2020 годом мыши. Это такой специальный выпуск, такой вот новогодний. Несколько видеорядов в одном выпуске. Что же такого показать вам в новом наступившем 2020 году? А начну, пожалуй, с красавцев. Это маленькое просто будет сравнение. Пожалуйста, Samsung Galaxy J2 Core и Galaxy Core 2 от компании Samsung. Обе довольно-таки компактные, но разница очевидна. Экран у J2 Core по PLS технологии 5 дюймов 960 на 540 пикселей. У Galaxy Core 2 4,5 дюймов вроде экран. Обычно это FT-матрица. 800 на 480 пикселей. Тут уже у J2 Core получше обстоят дела. Например, фронтальная камера 5 мегапикселей. У Core 2 посредственная камера. У Core 2 нету датчиков. Здесь у J2 Core датчик присутствует, то есть во время разговора, прислоняя к уху, экран сам по себе выключается, что очень удобно на самом деле. Получается, Samsung J2 Core уже получается получше. По кнопочкам. Расположены, кстати, также. Кнопка включения-выключения, также блокировки. Поддевалка две снятия задней крышки. Правда, на верхнем торце у J2 Core уже нету. Но вот зато у Core 2 сверху на верхнем торце 3,5 мм аудиоразъем под наушники. Тут здесь также располагаются качельки громкости. Только у Core 2 вместе, J2 Core раздельно. Так и так. Плюс отдельно, минус отдельно. Что довольно-таки впечатляюще. У Core 2 только микро-USB на нижнем торце. И микрофон вот здесь располагается. J2 Core. Микро-USB, микрофон 3,5 мм аудиоразъем под наушники. Сзади обе с автофокусом и светодиодной вспышкой, только у Core 2 5 мегапикселей. И видео максимум пишет только в 4:3, по-моему, 720 на 480 пикселей. J2 Core уже дело получше, то есть 8 мегапикселей, а видео снимает максимум, внимание, Full HD, что очень даже хорошо. Решетка динамика. Сзади у J2 Core глянец, у Core 2 матовый пластик, причем стилизованный под кожу матовый пластик, довольно-таки смотрится красиво. Тут заметна разница, поскольку у Core 2 768 мегабайт оперативной памяти. И, по-моему, 4 гига встроены, это уже, конечно, перебор, но тем не менее. Раньше было как-то не особо заморачиваясь. Где-то пишет, что спред он процессор, а где-то пишет, что у Core 2, а у Win A10 процессор. Вот так вот. Вот такой вот Samsung был. Этот смартфон. До сих пор функционирует, кстати. Но тут Android 4.4.2, тут совсем другая история. Сам смартфон был выпущен в 2014 году, а покупая в марте 2015. На тот момент стоил 8990 рублей. В середине 2019 года J4 также стоил 8990, но разница была значительно выше, что у J4 тут уже 3 гигабайта оперативки, 32 встроенные. Уже получше обстоят дела, чем у Core 2. Разница офигеть. Что J2 Core? Цена
5990 рублей. Но при этом этот лучше получается, чем Core 2. Тут Android 8.1 уже Go Edition стоит. 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гиг встроенный. Процессор Exynos 7570. На удивление, если, конечно, не нагружать, он не лагает. То есть пользоваться таким смартфоном довольно-таки комфортно. Тут клавиши уже сенсорные. То есть, если раньше у Core 2, видите, классика жанра, а здесь только сенсорные кнопки. Причем можно переназначить, местами поменять. Вот, по-моему, дисплей и навигационная панель. Последнее домой назад и назад домой последнее. Как хотите, так и делайте. Как вам будет удобнее. Функциональный довольно-таки смартфон за небольшие деньги. J2 Core и совсем ранее Core 2. Как видите, характеристики особо даже отличаются. Вот так вот. Смотрим дальше. А что будет следующее? Samsung Galaxy A70. Я после этого смартфона даже больше не буду менять свой основной смартфон, потому что Galaxy A70 это уже довольно-таки мощный микрокомпьютер уже. Android 9 пока, но обещаю до 10-го Android обновиться. Перевивающаяся задняя крышка. Очень прикольно смотрится. 6 гигабайт оперативной памяти. 128 гигов встроенный. Мощный Snapdragon 675. Довольно-таки четкий, большущий AMOLED-экран. Получил то, что хотел. Спустя годы. Хочу это повторить. Запустил и Windows 3.1, альфа-версия Build 26, и Windows 3.0. Вот это Windows 3.1 Build 26. Я даже запущу. Чего такого можно запустить уже? В текстопе. Скринсейвер, во. Только вспомню. Simulation. Ага, просто так нельзя. Хотя, кстати, уже можно. Пока идет заставка, уже можно перескочить на Windows 3.0. Прикольно, не правда ли? Двумя Windows'ами старыми пользоваться. Вот это уже сейчас работает заставка. На Windows 3.1 Build 26, а это Windows 3.0. Что можно поделать в Windows 3.0? Запущу какую-нибудь игрушку, например. Уже перекиданную. Chips Challenge. Я как-то играл и ничего. Сложная игра. Хоть как-то, ну. Если знать еще в дальнейшем, это вполне себе ничего уже. Не тормозит, в общем-то. Мой ноутбук Asus K53TK. Но неплохо справляется. Эмулятор DOSBox простейший. Но включить аж 2 Windows'а, это шик. 2 Windows'а, в смысле старых, DOS'овских. Без особых лагов я только что прошел один уровень. И можно кое-что поделать. Вот реверси. Пока на Windows 3.1 Build 26 идет заставка. И тающие такие точки. А тут реверси. На Windows 3.0 я играю. Реверси. Выхожу уже. Skyfree еще. Лыжник. Ну, неплохо справляется в 16-битной версии Windows 3.0. То, что хотел, то, что получил. Мне почему-то кажется, что с
со временем, конечно, тематика по Windows приелась. Не знаю почему, но, блин, а хочется повторить, потому что... Слава богу, что времена тяжелые кончились, а тут получается вот так. Подозрительно как-то. Новый год, тут очень мало снега, снег хоть выпал, а так вообще снега не было. Хоть как-то был снег, но потом растаял, потом снова снег появился, потом растаял. Странность какая-то, ну. Тем более, снег есть, но что-то мне кажется, что выпал довольно-таки мокрый снег. Хоть есть снег в новом году, и на том спасибо, но тем не менее. С Новым годом! Как это ни странно, но летом 2020 года первая покупка Nokia, это Nokia 2720 Fold, оригинал. Исполнится 10 лет со дня покупки. Вот до чего дошло. Не то, что тут. HMD-позорники, выпустили Nokia 2720 Flip, SkyOS и за дорогущую цену. Когда я покупал вот эту Nokia, оригинал, по-моему, 3500 стоил на тот момент, это 2010 год. 10 лет уже, точнее, будет летом, 10 лет исполняться. Но такого... Сам телефон, конечно, вышел в 2009 году, это понятно. Но 10 лет будет со дня покупки летом. 2020 года 10 лет именно. Вот это да. Как это ни странно, но я запустил Windows 95 Build 189. Красота, не правда ли? Хочу сказать спасибо всем тем, кто смотрел наш Базар ТВ, выходящим в 2019 году, благодаря тому, что появился проект Incoming Call, то есть входящие звонки. Samsung Galaxy J4 Incoming Call первое место на канале Базар ТВ. Больше всего набирают просмотры на J4 Incoming Call. Это вообще забавно на канале Базар ТВ. Это просто забавно. Конец 2019 года был насыщенным, появился A70, появился J2 Core. Ну, как-то так. И дальше будем развивать как-то. Надеюсь. Ну что ж, больше показывать в принципе нечего. Такой вот новый 2020 год, именно 2020. Что в итоге с этим мобильным рынком будет... В конце 19-го уже стали известны о новых бюджетников A51, Samsung Galaxy и Samsung Galaxy A71 даже появились, по-моему, с 4 камерами. Тут у A70 3 камеры, а у A71, по-моему, 4 камеры. Одна из них для макросъемки. Во. А тут получается вот так вот. Вот так вот и живем. Пора заканчивать. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Не забывайте подписаться на наш канал Базар ТВ, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео, ставить лайки. Ну и всем удачи и до свидания. Спасибо за просмотр на нашем канале. С вами был Базар ТВ.